Видео предоставлено сайтом онлайн gdz.net. Lesson 67. Урок 67. Exercise 6. Упражнение 6. Придумай и запиши три вопроса о Карлсоне. Начни их так. Со слов is, can, has. Дай краткие ответы на них. Образец. Has he a dog? No, he has not. У него есть собака? Нету. Итак, первый вопрос. Is he fat? Он толстый? Yes, he is. Да. Второй вопрос. Can he fly? Он умеет летать? Yes, he can. Да. И еще один вопрос. Has he a friend? У него есть друг? Yes, he has. Да. Итак, мы составили три вопроса и дали на них ответы. Is he fat? Yes, he is. Can he fly? Yes, he can. Has he a friend? Yes, he has. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.